Губернатор предложил областной думе ввести новую государственную должность – вице-губернатора Ивановской области. По сути, глава региона признался, что ему не хватает помощника. Парламент Михаилу Меню отказывать не стал. Изменения в законодательные акты региона приняты. Введение должности вице-губернатора, я считаю, что это правильное решение. И в регионе появится, в буквальном смысле слова, второй человек, второе лицо в исполнительной власти региона. Это решение правильное, введено оно для того, чтобы оптимизировать неким образом управление в исполнительной власти. Мы его поддержали. Новым членом губернаторской команды стал председатель регионального избиркома Виктор Смирнов. Теперь он будет заменять Михаила Меня, когда это потребуется, и координировать деятельность правительства Ивановской области. Пришло время немного усилить аппаратную работу, для того, чтобы усилился и контроль в том числе, потому что есть у меня ощущение некой появившейся расслабленности в рядах руководителей исполнительных органов государственной власти, субъекта федерации. Виктор Смирнов будет руководить аппаратом регионального правительства. Ранее этим занимался Владимир Герасимчук. Теперь он зампред, полномочный представитель губернатора в Ивановской областной думе. Елена Белова, Олег Милехин, РТВ Иваново. А все остальные...